Народ, привет! Вот смотрите, я из Америки приехала, да, уже здесь 5 месяцев, но я не знала, что существует компания «Самокат». Сегодня, значит, мне объяснили, что есть компания «Самокат», которую я могу использовать мои Сбер Спасибо бонусы, которые у меня накопились. И, в общем, я заказала, чтобы использовать эти бонусы, плюс мне дали 300 рублей скидки за первый заказ, доставили за 5 минут. Очень много продуктов, у меня тут просто бешеный лист. За 25 минут доставили, я просто вообще в шоке, да? Еще уже бонусов заработала, 67 бонусов на следующий раз. Вот, смотрите, ребята, что я за эту сумму получила. То есть это, грубо говоря, 67 долларов, да? Короче, упаковка минералки. Еще 3 минералки такой. Свежевыжатый сок холодного отжима. Персик, так, нет, абрикос, абрикос и яблоко с мякотью, да, сок свежевыжатый. Коровка с кореновки, это, нет, буренка, буренка, молоко, то я думала, маленькая баночка будет, казалась большая. Мои любимые пупырчатые огурчики, 2 упаковки. Огурцы маринованные такие, маринованные. Там, это, знаете, кстати, помню, что... когда в конце 90-х, начало 2000-х не было ничего произведенного в России. Все было какое-то импортное и стоило, как в Америке. Тут, смотрите, во-первых, что состав, да, состав, посмотрите. Огурцы свежие, вода, сахар, соль, кислота, уксусный укроп, чеснок, сушеный перец, черный горошек. Ничего, никаких презервантов, никаких там ГМО, никаких... этих самых, томаты маринованные, огурцы, смотрите. У меня ребенок сейчас мне звонил, сын, ходит по магазину, Whole Foods, считается очень дорогой, американский такой, типа, здорового питания магазин. Он говорит, ничего не могу найти без ГМО, всякой гадости, одна химия. Здесь то же самое, смотрите. Маринованные томаты, да, огурцы, если мы посмотрим состав, то же самое. Томаты свежие, огурцы свежие, кислота уксусная, укроп свежий, лист лавровый, перец душистый, перец черный. Все. Вода питьевая, да? Соль, сахар. Все. Ничего. Ни корнсиропа это кукурузного, ни какой-то гадости, ничего. Вот то же самое. Огурчики маринованные, да? У меня аж соньки потекли, честно говоря, потому что я голодная. Томаты... красные, бурые, свежие, вода, уксус, гвоздика, черный перец, перец душистый, такой сяко. Все, все. Я говорю, что сын ходит в Whole Foods и говорит, мама, я не могу ничего купить. Видите, даже у них это свое сгущенное молоко. Вот, так это ладно. Я вот лежу, у них там куча всякого такого, знаете, здорового питания. Вот, смотрите, с цельными, по ГОСТам, с злаками, печенье овсяное я купила. Решила буду худеть, тут что-то на наполеончиков, отъелась на наполеончиков. Видите, что нашла? Просто супер. Значит, смотрите, варенье, джемы всякие, без сахара, понятно? Все, я объелась у пирожных, это не дело. Надо приводить себя в порядок. И вот то, что мне надо. Без добавления сахара, представляете? Вот состав, сейчас посмотрим. Вот с вами. Протертая земляника без сахара. Состав ягоды земляники. Концентрированный яблочный сок для посластителя. Все. Все. И дальше просто энергетическая ценность калорий. Понятно? А я еще купила такой же... вишневый варенье. Ребята, мне говорили подружки про какой-то самокат. Вы знаете, я реально себя чувствую какой-то дикой. Мне уже тоже говорят, а ты, говорит, самокат брала? Я думаю, нафиг мне самокат? Я убьюсь еще на самокате, я на такси езжу. Вы знаете, я дикая, я просто дикая. Потом, мне еще кто-то говорил, что вы заказывали там что-то в самокате, я тоже думала, какой самокат. А потом мне одна девочка написала, она говорит, я уже здесь год, я, говорит, акклиматизировалась полностью, уехала, 19 лет прожила в США, уехала в Ставрополь, сейчас живут, я с ней переписываюсь. Вот она говорит, я уже, ну, прижилась, чувствую себя полностью акклиматизированной. А я, представляете, а я говорю, а я нет. Я здесь 5 месяцев, я себя чувствую дико, я каждый день что-то новое узнаю, да? То есть, смотрите, сколько я накупила всего. Это ж вообще нормально? На 67 долларов. Это просто писец. Ага, значит, смотрите, вот варенье, да, вишневое. Сейчас. Состав.
ягоды вишни свежие, концентрированный яблочно-облачный сок, пектин. Возможно попадение фрагментом косточек. Дальше идут пищевая ценность. То есть больше ничего не содержится. Представляете? Ни этого корм-сиропа, этого кукурузного сиропа ГМОшного. Такой же купила вот абрикосное варенье. Без использования сахара. Смотрите. Абрикос протертый с яблочным соком. Состав: плоды абрикоса свежие, концентрированный яблочный сок, пектин, лимонная кислота. Возможное попадание фрагментов косточек. И все, пошла пищевая ценность. Вы себе такое можете представить? Я вообще в шоке. Ничего нет. Я понимаю, что в Америке можно без сахара найти. Но вы понимаете, вместо сахара там будет 1000% какого-то ГМО корн-сироп это, или корн-страч. Это вытяжка с кукурузный сироп. Но этот кукурузный сироп сделан из кукурузы, который ГМО. Представляете? И что будет? Та же самая будет гадость. Вот возьмем сейчас вот эти вот цельные хлопья, да, посмотрим. Мука пшеничная, но это тут с сахаром. Ну, я и не знала, и не говорила, что они без сахара. Овсяные хлопья, мука овсяная, арахис жареный, изюм, вода питьевая, кунжут, семена льна, хлопья ржаные, хлопья ячменные, соль, пищевой разрыхлитель, сода пищевая, корица, ароматизатор, ваниль. Возможно присутствие следов ореха. Все! Понимаете? Никакого там корм-страча, никакого корм-сиропа, никакого ГМО, ничего. Помидоры розовые купила. Какие-то авокады вот изготавливают вот такого плана десертные, творожные, эти сырки с кокосом и в молочном шоколаде. Представляете? Десертные. Творожные пастерли. Вот я думаю на десерт, а вот еще такие вот я нашла, смотрите. Сырки творожные. С ванилью, из натурального творога. Слушайте, я в шоке. Вот. Потом вот такие какие-то без сахара я нашла. 0 калорий кондитерский сметанник без сахара. Представляете? И вот какой-то кокосовый десерт без добавления сахара, манго и чиа. Я вообще в шоке от этого магазина. Я не ожидала. Но все равно я не выдержала. Я взяла себе пломбир эскимо вот такой вот. Потом еще, знаете, у них есть вот такое мороженое. Маракуя. Манго, маракуя, семена чиа, замороженный десерт. Ну, вот тоже для похудения, то, что доктор прописал. Потом нашла такой протеиновый какой-то брауни. Разберита с малиной. Протеиновый брауни. Фитнес. Понятно? Потом нашла вот такие вот какие-то батончики. Это их бренд. Батончики самокат, шоколад, миндаль, апельсин. Представляете? Это что-то. Творожный десерт. Чизкейк. Чизкейк, ну, творожный десерт. Вот. Потом нашла вот такого вот плана батончик. Фруктово-ореховый батончик, инжир. Понятно? Вот, фруктово-ореховый батончик финик. Вот с чаем. Для похудения. Или вот, фруктово-ореховый батончик финики кокос. Еще с апельсином я взяла. Ну, сыр был на очень большой скидке. Ламберт. Взяла себе такой сыр. Вот, пакетик зелени. Я тоже, ребята, посмотрите, я думала, в Америке берешь зелень, там все пакетики, там... Ну, вообще, ну, смешно, там, ну, вот так вот, вот так вот, там, пол веточки того, я думала, так и принесут, что будет очень мало, взяла две, заказала упаковки, представляете, притащили две вот таких огромные упаковки, мне теперь хватит, бог знает на сколько. Оказывается, у них вот этот вот старый какао-порошок, золотой ярлык, но с капустой меня убили, представляете, я думала, что это маленькая капуста, зеленая капуста, ну, маленькая, я думаю, ну, наверное, маленькие головки будут, золотые, представляете, сколько? Придется раздавать подружкам, потому что три огромные головы капусты. За вообще какие-то копейки они стоили. Я не ожидала, что столько много. Мне, тут я не съем столько капусты. Я вообще в шоке. Сметану взяла такую. И у них еще есть свой бренд. Сметана. То есть это у меня Простоквашино. Сметана. А еще я взяла сметану их бренда самокат. Вот сравню. Такое и такое. Вот, что еще? Ну, я не растерялась, у них вот какая-то овощная закуска на углях. Я за таким соскучилась, за всем таким экзотическим для Америки хочу. Вот, еще овсяные хлопья, вот такие взяла. И этот кофе, ну, итальянская, Ромео Росси,
Верона итальянская, сделана вот продукт Италии. Это вошло в стоимость, это самое, молотая уже. Потом я взяла вот такой геркулес классический, надо будет кушать. Внутри огромных авокадо, прям больших. Еще худеем, не худеем, но не отменял никто Рахат Лукум. Тоже у них свой бренд Рахат Лукум, ручная работа, но она вот, видите, с гранатом и фундуком, надо попробовать. И вот такую вот глазурь в шоколаде. С яблочным пюре. Вот для похудающих. Понятно? Яблочное пюре вместо вот этих вот для белков сахара. Вот такой вот. Ну просто я, вы знаете, в шоке. Дальше томаты. Смотрите, в собственном соку. Вот, очищенные томаты в собственном соку. То есть прямо помидор и с томатом. Содержание точно такое же. Все простое, без всяких примесей и так далее. Сейчас я проверю еще этот горошек. Вот я еще не проверяла. Представляете, 5 месяцев, а там мне говорит вот девочка с этого, как его называют, со Ставрополя, она говорит, а вы уже акклиматизировались? Потому что говорит, я уже акклиматизировалась. Какой акклиматизироваться? Какой? Мне каждый день что-то новое. Вот сегодня я самокат обнаружила. Доставка за 25 минут, 8 вечера заказала. Значит, что входит в зеленый горошек, да? Вот, смотрим, сейчас я сфокусирую для вас камеру. Консервы овощные, горошек зеленый, сорт высший. Состав. Горошек зеленый, мозговых сортов, вода питьевая, соль, сахар. Все! Все! Ребята! Где корн-сироп? Где вытяжки ГМО? Где гормоны? Где антибиотики? Ничего! Ничего нет! Вы знаете что? Я вообще в шоке. Я не дождусь, когда приедут мои дети и начнут есть натуральное питание. Я уже даже не на рынок. Я вам до этого показывала очень много видео, где я хожу на рынок и покупаю с рынка. А вот еще лук вот такой. Смотрите, какой классный красный лук. Я уже не говорю про рынок. Это магазин. И его тебе доставляют через приложение. Вот так вот заказываешь, и тебе через приложение все привозят. 25 минут среди ночи доставка. Вот смотрите, 19:39. Я заказала, мне уже в 20 часов 8 привезли. Это вообще, это что? Это такой сервис, это где? Я заказывала как-то, знаете, один раз в США. Заказала Uber, чтобы мне привез продукты. Не еду заказала с ресторана, а чтобы Uber, есть, знаете, доставка продукта в магазине. Поехал туда черный, я не знала, я думала, что магазин собирает заказ. Приехал этот черный товарищ, привез мне пакеты, половину еды нету. Половину, которую я заказывала органик, он купил не органик. И часть продуктов, которые я покупала, например, 1 паунд, это 1 килограмм, он мне купил одно яблоко. Не 1 килограмм, там не 1 паунд яблок, 0,5 килограмма, а одно яблоко. Где было написано там 2 паунда, то есть килограмм того-то, он мне привез 2 яблока, там, да, или там 2 персика. В общем, писец, но они мне хорошо там со скандалом, я объяснила, я говорю, понимаете, где было написано 2 паунда, то есть килограмм, он мне привез 2 яблока, да, или там 2 апельсины. Я говорю, человек вообще какой головой думал? Я говорю, а кто собирал заказ? Вы, говорю, забирали, магазин собирал заказ? Или кто? А он мне говорит, этот вот черный, да, который приехал с Uber, он говорит, нет, я сам должен собрать. Я говорю, ты видишь, что написано арбуз, органик, он мне привез не органик, да, то есть органик, арбуз стоил в 2 раза дороже, чем не органик, он обычный купил арбуз. В общем, тут привезли досконально. За 5-20, во-первых, я ждала этого черного 2 часа, он мне за 2 часа привез вообще не то, что я заказывала. То есть половину продуктов, заказ был $180, привезли на половину стоимости, половину продуктов не хватает, и вместо 2 килограмм или килограмма яблок мне привезли, ну, 2 паундов привезли 2 яблока. Это просто писец. Органик, не органик, помидоры были органик, он привез не органик, арбуз был органик, он привез не органик. Все перепутал. Вот, потом с большим скандалом мне кое-как вернули, значит, эти, ну, деньги за то, что было, не хватало заказа. Я с тех пор плевала и сказала, никогда больше я не закажу, ну, чтобы мне собирали продукты, ну, надо пойти и привезти. Сам. Тут только плюс, то есть я ожидала, что капуста будет 3 раза меньше, думала, что каждая головка вот такая маленькая будет. Мне привезли 3 огромные капусты, просто я не ожидала, что вот такого большого размера мне капусту
Даша, зачем мне три головки? То есть, в принципе, ну, как бы позитивно, негативно в том плане, что мне теперь нужно ее раздавать. Надо звонить тебе срочно куме, сдать, наверное, головку. Она тоже работает целыми днями, будет ли она готовить котлетки. А у нее мама есть, вот маме отдам, может, мама ее нам пирожков с капустой наготовит. Вот, надо сейчас куме сплавить. Теперь только думать, куда сплавить все это дело, да? Тоже вот сок, натуральный сок, я уже посмотрела, производство, самокат бренд, но производство Дагестана, вот, то есть это Россия тоже считается, и молоко, я ожидала, что будет за эту стоимость маленькая бутылочка, знаете, вот как вот ряженку, но ряженку я знала, что будет маленькая, вот такая ряженка, я ожидала, что молоко будет такое, почему-то молока просто в два раза, бутылка просто гораздо больше, чем я ожидала, то есть мне для кофе чисто молоко, я его не пью, я думала, что я это молоко добавлю вот, ну, в кофе, и мне столько не нужно, а теперь у меня такую большую бутылку молока. Ну, ряженку, как... вот я думала, что молоко будет такое же, как и ряженка маленькая. Вот, что я хочу сказать. И вот девочка мне вот это со Ставрополя написала и говорит, что Юля, вы уже обустроились, вы чувствуете себя, ну, прижившись. Она говорит, я уже, она, по-моему, до ковида попала и застряла тут. Она говорит, я застряла, уже потом решила не возвращаться, осталась тут. Она говорит, я уже акклиматизировалась, я чувствую себя полностью местной. Ребята, я нет. Я нет. У меня каждый день какой-нибудь культурный шок. Вот теперь у меня культурный шок – это вот самокат. То есть я-то думала, что самокат – это вот этот самокат, на который все гоняют по красной, да, по городу. То есть ребята залазят на самокат и гоняют туда-сюда. И они мне, ты уже заказывала самокат? Ты уже заказывала самокат? Я такая, нафига мне самокат? Я говорю, нет, я на такси езжу. И потом мне в банке, мне в Сбербанке просто объяснили, в Сбербанке позавчера буквально, что... можно заказывать на приложение самокат. В Сбербанке мне это приложение закачали. Понимаете? В Сбербанке мне показали, как получить промокод на первый заказ и как мне использовать мои Сбер Спасибо, которые у меня накопились, и я не знала, куда их применить. Вот реально, у меня уже было там 1700, если не 1800, Сбер Спасибо. Я думаю, куда мне их деть, для чего они мне вообще нужны, да? И они мне показали, что, оказывается, есть самокат, можно вообще, я их пока не использовала в этом заказе, но я думаю, накоплю побольше, тогда уже куплю. Еще, кстати, помидоры, огурцы, все местного производства, и все без ГМО, без антибиотиков, без ничего. Ну, в общем, я в шоке. То есть я вот хочу сказать, что я не ощущаю, что я уже акклиматизировалась, и я стала местной, потому что у меня день не проходит, чтобы у меня каждый день что-нибудь еще не со мной не произошло, что я потом в ступоре нахожусь, и я вот записываю видео, чтобы поделиться с вами, да. Посмотрите, у меня вот видео есть в шортах. Вот YouTube Shorts, короткие истории, как я бахилы пошла к косметологу и ногу засунула в аппарат, там бахилы на ногу, на, ну, вакуумом бахилы, аппарат надевает на тебя бахилы сам. И я в каком шоке нахожусь, когда я это вижу, я в Америке прожила 25 лет, я не видела никогда этой машинки, чтобы бахилы, эта машинка бахилы надевала, да? Вот, то есть у меня, да, каждый день, ребята, культурный шок, что-нибудь новое каждый день я нахожу, я что-то новое каждый день узнаю, с финансами связано, и с услугами связано, и ну, с какими-нибудь событиями, которые происходят, там, с качеством продуктов, ценами на одежду. В общем, да, я пока не знаю, когда я перестану удивляться. Я говорю, 5 месяцев в России, у меня каждый день какой-нибудь культурный шок очередной здесь. Вот мы сейчас с Геленджика приехали, я была тоже в культурном шоке, насколько чисто, красиво в Геленджике, какая там вкусная еда, прекрасная погода, насколько изменился город. Ой, я не могу, вы представляете, у меня отойти не могу, у меня как каждый день какое-то новое потрясение, очередное в России. Вот, в общем, давайте буду заканчивать, потому что у меня слюнки текут, я просто не могу дождаться съесть все это вкусненько, вот эти огурчики с помидорчиками. Теперь у меня гора зелени, представляете, что делать, салат придется не с этой зеленью. Опять семечки мои любимые. В Америке на пакетик семечек, вы знаете, лежало $7 был пакет. Ну, чуть-чуть побольше, чем это, не такой. А начиналось до ковида, они были 3,50, потом были $4. Я уезжала, вот такой пакет семечек, мой любимый, вот этот вот от Мартина. Чуть побольше размером, здесь вот 200 грамм, тут может быть там 350, побольше пакет. А вот он 7,50 или 7,99, ну около $8 уже пакет семечек стоил.
Вот, в общем, я в шоке от этого бренда самокат. Действительно, вот это то, что я искала. Все вот это вот без сахара. Так, не то, что он без сахара. А в Америке бы напихали вместо сахара корн-сиропа вот этого, который кукурузный сироп, который вытяжки с кукурузной, ГМО кукурузной, кукурузы. И это вас бы, этот вот содержание этого корн-сиропа больше бы с вас раздуло, чем обычный сахар. Вот, в общем, шока моего нет предела, ребята. Еще молоко такое сгущенное, представляете? Я вообще офигею. Столько вот свой бренд, действительно, у магазина, который продает такие классные вещи. И такая доставка, все четко, 20 минут привезли все, что было в заказе. Ничего того, что я, ну, заказывала пропустить, ничего не пропустили. Единственное, что, говорю, увеличенная кукуруза намного и намного больше молоко размером, чем я себе ожидала. То есть, как бы, и вот зелень, да, я не ожидала такого большого количества. Да и думала, там, упаковка зелени, это будет как в Америке, такой-то маленький пучочек за 5 долларов, да. А тут, там, 100 рублей, вот такая большая упаковка этой зелени, я в шоке. Вот, все, пойду, ребята, есть. Я знаю, что сейчас прибежит цепсу и начнут меня тут обливать грязью, что я какая-то дикая, или я притворяюсь, или я вообще-то во всего, это ли вообще-то не в России все происходит, я не знаю. В общем, моего восхищения не пока что не прекращается. Вот, все, я за салатом, ждите новых видео, всем пока.